Красавчики фрукты. Попробуем сначала вот этот шарик красивый. Вот такой вот он получается. Под кожурой желе. Наверное, должно быть вкусно. Сейчас попробуем. Интересный крут. Чем-то напоминает крыжовник. Сейчас будем пробовать фрукт змеиной кожи. Колючий, очень колючий. Маленький такой красный кактус. Попробуем на вкус. Чистится, в принципе, достаточно легко, как и предыдущий фрукт. Такие вот интересные дольки внутри. Как чесночок маринованный. Выглядит на самом деле достаточно аппетитно.